святого апостола Павла есть такие слова: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которых никто не увидит Господа». Сегодня великий праздник в земле русской. Мы сегодня с вами прославляем всех русских святых в земле нашей, подвигом просиявших. И просияли они подвигом именно потому, что, вчитавшись в эти слова, они старались во все дни жизни своей иметь мир со всеми и святую жизнь. Вот без этого устроения ничто нас спасти не может. Если мы потеряем духовный мир в окружении озлобленного мира, в окружении мира раскалывающегося на всевозможные религиозные, политические, общественные направления, то христиане призваны быть в этом мире солью земли. «Вы, — говорит Христос христианам, — соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже непригодна, как только выбросить ее вон на попрание людям». Вот если мы потеряем соль нашу, а соль наша в чем? Мир в своей душе и святость. Вот к чему должен стремиться каждый крещенный человек. А потому сегодня, прославляя святых угодников Божьих, русских, наших, сродников, мы должны, дорогие, для себя извлечь самых главных три урока. Что было в их жизни такое, что привело их к святости, к миру? Прежде всего, они имели веру в распятого и воскресшего Господа нашего Иисуса Христа, победившего смерть и даровавшего вечную жизнь всем верующим в Него. И потому вера и заключается в убеждении в своем бессмертии, в убеждении в том, что жизнь вечная существует. Вот это то, что давало людям во все времена, в различные эпохи, гонений, страданий, войн, испытаний, выжить и сохраниться в чистоте православия. Мы с вами также, дорогие братья и сестры, сегодня, подражая святым, прославляемым нами, должны помнить о вечности. Помни последнее своя, и вовек не согрешишь. Помни о том, что есть иной мир, мир, где уже нет печали, нет болезни, нет воздыхания, но жизнь бесконечная, без веры в вечную жизнь. Христианин не называется даже христианином. Он крещенный человек, верующий в душе, но не христианин, потому что христиане верят в вечную загробную жизнь, которую открыл нам Спаситель наш и Господь Иисус Христос. Вспоминая сегодня одного из наших русских писателей, Николая Васильевича Гоголя, который писал своему другу Иванову, написавшему удивительную картину «Явление Христа народу», а когда тот писал эту картину, он доходил до состояния нищеты. Его все оставили, ему говорили: «Напиши любые этюды, напиши любые картины, и у тебя будут деньги». Он ничего не мог писать, он так был погружен в этот образ явления Господа народу, что обнищал и имел другом Гоголя. И тот написал ему свою молитву, которую советовал чаще читать, как другу. «Я, — писал он, — часто повторяю эту молитву, и она так укрепляет меня, пусть укрепит и тебя». И он эту молитву писал ему. А я хочу сегодня напомнить вам, дорогие братья и сестры, молитву Николая Васильевича Гоголя. Постарайтесь ее запомнить и как можно чаще повторять. Тогда мы с вами исполним эту заповедь наших святых отцов: «Русь святая, храни веру православную». Что значит хранить Руси святой веру православную? Верить в собственное бессмертие, в жизнь будущего века. Вот почему Николай Васильевич говорил такие слова, которыми постарайтесь, как только будет возможность, почаще молиться и вы. «Влеки меня к себе, Боже мой!» Такую короткую молитву оставил Гоголь всем нам. Эти молитвы, эти слова помогут нам не забыть о вечности,
Влеки меня к себе, Боже мой. Ибо если меня будет привлекать весь этот мир, лежащий во зле, я точно погиб. Но когда горе будем иметь сердца, о чем напоминает нам церковь, вот тогда мы будем нуждаться в таких молитвах. Влеки меня к себе, Господи, Боже мой. Давайте мы будем чаще читать эту молитву. Второе – это то, что святые угодники Божьи научают нас сегодня молитве. Если мы понимаем, что есть иной мир, есть Бог живой, то с этим живым Богом христиане не могут не разговаривать, как с живым. Вот почему, вставая ото сна, отходя к постельной уже ко сну, мы также должны обязательно поблагодарить Господа за прошедшую ночь или на сон грядущим, обязательно помолиться. Владимир Мономах заповедовал своим потомкам, а мы его потомки, кстати, его завещание, его наставление, внимательно изучал святой благоверный князь Александр Невский, 800-летие со дня рождения, которого мы празднуем в этом году. И он научался этим наставлениям, любви к Богу в молитве и непрестанном творении добрых дел. И вот у Владимира Мономаха есть такое завещание даже творить земные поклоны. И даже если кто не имеет силы, хотя бы три поклончика перед сном положить пред образом Божьим. Вот святые русские, они кланялись пред Богом, они преклоняли колени, они молились на коленях, братья и сестры, а мы сегодня помолились так покороче. Мы все устаем, нам жарко. У нас другие проблемы, у нас там кругом болезни. А почему у нас кругом болезни? Потому что Русь молиться перестала. Она стала заботиться о том, как бы выжить, на земле сохраниться, забывая о небесном, о вечном. А потому и все больше у нас и дождей, и градов, и болезней, и вирусов. Молиться всем надо, дорогие братья и сестры, вот так, как молились наши святые в земле русской. Вы помните, в молитвенном стоянии на коленочках и батюшка Серафим Саровский ко Господу отошел. И что говорил? «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя тысячи спасутся». Вот так церковь говорит. Самое важное, о чем сегодня напомнил нам апостол, старайтесь иметь мир между собой. Никогда никого не осуждайте, никому не досаждайте. И всем мое почтение учил старец Амвросий Оптинский, память которого мы будем праздновать в эту грядущую субботу. Вот потому мир, о котором батюшка Серафим Саровский говорил, стяжите в течение всей своей жизни. И вот тогда, каким бы ты ни был, вокруг тебя будут спасаться тысячи. Итак, второе, чему учат нас святые отцы, это живому разговору с Богом в молитве. Господи, не имею мира в душе, дай мне мир. Успокой мое гнетущееся сердце. Один прихожанин рассказывал, что у него на работе стало так все ополчаться, против него все козни вражные. Одни неудачи, одни неустройства, все рушится, все плохо. И батюшка посоветовал ему, а ты молись. Да я и так молюсь, батюшка, утром и вечером, обязательно вычитываю все молитвы. Да нет, ведь молитва это не утром и вечером. Это постоянное предстояние пред Богом. Непрестанно молитесь, за все благодарите, всегда радуйтесь. И он так внял этому совету, говорит, правда, что я молюсь только утром и вечером? Буду-ка я молиться и на работе. И вот он стал, все кричат, шумят, все рушится, а он, Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И вот так молился про себя, не надо делать это на показ, про себя вот разговаривал, там шум, гам, тарарам, а он, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. А потом пришел и батюшке рассказал о чуде. Батюшка, вы знаете, я сам успокоился. Но самое-то главное, что все вокруг успокоилось чудесным образом. Люди стали относиться ко мне по-доброму, и все проблемы, которые меня окружались, решили сами собой. Да не сами собой решились проблемы, а по вере твоей. Ведь ты перестал гневаться, ты перестал осуждать, ты стал молиться. И Господь услышал твою молитву и умерил вокруг тебя не тысячи, а всего несколько человек, работающих с тобою. Вот, дорогие братья и сестры, пусть и нам этот урок наших святых будет, чтобы мы молились непрестанно. Стоишь на остановке, едешь в маршрутке,
среди людей в масках. Молись, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Женщины говорят грешную. Чистишь картошку, стираешь, гладишь, просыпаешься, идешь, стоишь, ожидаешь. Непрестанно постарайтесь, и так всегда с Господом будем. Всегда беседующий с Богом, это и есть человек, который уже приближает свою душу к миру и святости. Кто такой святой? Это непрестанно молящийся, непрестанно помнящий о Боге. А мы хотим быть святыми. Так если хотим, значит, должны стремиться к этому. А почему это? Да нет, ну что вы, батюшка, какие мы там святые? Мы все грешники. Понятно, мы все грешники. А что говорит нам Господь? Будьте святы, яко же Отец ваш Небесный свят есть. Да нет, это не для нас, Господи. Мы грешники, мы такими и помрем. Так молитесь тогда, верьте в бессмертие. И самое главное, вот теперь с вами можно говорить о последнем и самом высоком, о третьем, к чему стремились наши святые русские, о любви. Вот к любви стремился каждый из них, любить Бога и ближним всем своим сердцем, всей душою своей и всем помышлением своим. Итак, первое, необходимость веры, веры в свое бессмертие, веры в то, что вечность реально существует, и за гробом не конец. За гробом только начало нашей вечной жизни. Либо с Богом и святыми угодниками Божьими, которых мы видим в росписях нашего храма и других храмов. Либо с демонами, которые не только не хотят молиться, но и ненавидят Бога. И зло, возлюбив, уклоняет в эти бездны зла всех рабов своих. Вот каждый должен определиться, я чей? Божий? Или демонов. Вот если Божий, то помни о нем. Непрестанно тогда начнешь с ним говорить. Потому что будешь чувствовать, что вокруг тебя дьявол, как лев рыкающий, ищет, кого поглотить. Вот почему тебе нужна риза Христова, за которой ты должен просто держаться, не оставлять ее, и постоянно умолять. Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, я погибаю, спаси меня, Господи. Вот уже непрестанная молитва. Почему? Потому что молитва должна быть, как советовал один из русских святых, как человека, который попал в кораблекрушение, разбился корабль, и он ухватился только за одно уцелевшее бревно. И как он молится, как он держит это бревно и просит: «Господи, сохрани, Господи, спаси меня, Господи, помилуй меня». Вот это молитва. А мы так, ну вот сейчас чего-то не получается, может вот сейчас помолиться. Вот тогда только молимся. Поэтому, дорогие, давайте мы, веруя, молиться, стремясь достичь самого главного – любви. Потому что Бог и есть любовь. И если мы будем верить в Него, то к Нему после смерти и перейдем. А тогда и не будем бояться ни болезней, ни печалей, ни воздыхания. Вспомните, зачем вы приходите в храм, чтобы здесь получить благословение на несение своего жизненного креста. И церковь через своих священников благословляет вас. И вот сегодня каждый из вас, кто пришел в храм, это не просто человек, не просто христианин, а благословенный христианин. Почему? Потому что сегодня сам Господь через уста священника сказал: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. А вот с этим теперь, наверное, только с этим и можно вернуться в этот возле лежащий мир и нести свой крест с верой, надеждой, любовью к Богу. Вот этого хотелось бы всем вам пожелать. Мира душевного. Не волнуйтесь, братья и сестры, не переживайте, потому что нарушение душевного мира – это разрушение иммунитета. Об этом говорят все врачи. Я не буду о болезни говорить. Я скажу о том, о самом главном. Укрепляйте свой иммунитет миром своей души и стремлением к святой жизни. А для этого любите свою семью, любите своих родных и близких, ходите на
улицах, в парках, пока все еще открыто, гуляйте, ничего, вечером, когда вот спадет жара, дышите свежим воздухом, радуйтесь друг другу, что вы вместе, что вы рядом. Ведь это такое удивительное время нашего человеческого общения. Поэтому вот этого радостного чувства веры, надежды, любви и человеческого общения хотелось бы пожелать всем вам. И пусть все русские святые, которые учили нас, отрываясь от земли, уже на земле почаще смотреть на небо, помогут нам в делании веры, надежды на вечность и на Господа, в молитве к Нему непрестанной и в любви к нашему Создателю и нашим ближним. Храни вас всех Христос, Пресвятая Богородица.